Всем привет! У нас сегодня в обзоре очень крутая палатка от фирмы Trump, модель под названием Bell. С такой палаткой можно отправиться в далекое путешествие и не думать абсолютно ни о чем. Одним из самых главных преимуществ данной палатки – это то, что сначала здесь ставится тент. Вот сначала вы поставили тент, а потом спокойно, в сухости, если не дай бог пойдет дождь, можете выставлять внутреннюю часть. Тент имеет защиту от ультрафиолетового излучения. Это раз. Также всевозможные оттяжки, с помощью которых данная палатка будет ветроустойчивым, это два. А также имеется вот такие вот окошко дополнительной вентиляции, чтобы больше воздуха внутри палатки. Такое окошко у нас имеется спереди и сзади. Переднее прозрачное окно для дополнительного света внутрь палатку, а также при желании его можно закрыть. В данной палатке имеется два входа, но они необычные. Они не просто открываются, сворачиваются, а здесь еще имеется и вот такая вот москитная сетка, который дает вам дополнительный обзор, дополнительный свет и защищает от вредных паразитов. Сейчас мы ее откроем, и я вам покажу, что дальше. С одной стороны мы открыли. Здесь у нас просто огромный тамбур. Еще одним плюсом данной палатки является наличие вот такого вот съемного пола, который можно постелить в предтамбурную зону. Получается, что когда вы находитесь на улице, если вы поставили вдруг эту палатку, там, допустим, на мокрую землю, то чтобы ваши вещи, рюкзаки не хранились реально на мокрой земле, вы просто стелите такой пол, крепите, кладете свои вещи, и они в сухости и, самое главное, в сохранности. Ну а теперь давайте переместимся на другую часть палатки, я вам о ней немножко расскажу. Еще одним плюсом данной палатки это является наличие вот такой вот снежной юбки, которая защищает не только от снега, но и отлично защитит вас от пыли и грязи. Внешние данные мы уже с вами обсудили, давайте поговорим о внутренних. Палатка у нас крепится на резинках и на вот таких вот кольцах, которые находятся на тенте. Закрепили, и все надежно у нас здесь крепится. Есть у нас внешние сетчатые карманы, а также одно большое отверстие. Это наша, собственно говоря, дверь. Сейчас мы ее откроем, и я вам о ней немножко расскажу. Плюс этой двери заключается в том, что здесь имеется москитная сетка. Получается, вы можете просто взять нижнюю часть тканевую брать, и у вас будет просто сетка. Находитесь внутри, в комфорте, и насекомые вас не достают. Давайте эту сетку, дверь немножко стянем, потому что она нам пока не понадобится. Заберем, затягиваем, и можем спокойно отправляться внутрь палатки. Дно данной палатки выполнено из армированного полиэстера и прослужит вам очень-очень долго. Сама палатка выполнена у нас из нейлона и предназначена для приятного времяпровождения. У нас имеется сверху крепление для кемпингового фонаря. Оно у нас вот оно здесь находится. Вот, как я уже говорил, сама дверь с вентиляцией, верхнее окошко вентиляции и вот такое вот заднее окошко. Больше воздуха, больше приятных настроений. В общем, если вы собрались отправиться в путешествие, не забудьте взять с собой по-настоящему крутую палатку, потому что здесь еще имеются и карманы, и очень крутое дно, и, в общем говоря, эта палатка – реальное произведение искусства. Огромный выбор палаток имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.